В этот день болельщики Ростов-Дона вновь услышат гимн Лиги чемпионов во Дворце спорта. Донские красавицы в матче со шведским Севахофом вступают в борьбу за главный европейский клубный трофей. Ростов-Доном эта вершина еще не покорена. А вот за плечами нашего главного тренера уже 4 кубка Лиги чемпионов. Этот путь будет точно интересным. Следуйте за нами! Потому что это первая игра в новом сезоне. Вот недавно собрались, потому что девчонки только приехали со сборной. Поэтому пытались все вот за неделю успеть доделать. И слава богу, что все хорошо получилось. Но вот с девочками со Швеции мы с командой с этой не встречались ни разу. Ни в Кубке ЕГФ, ни в Лиге чемпионов. Но Брест нам хорошо знаком, да. С командой мы играли, естественно, мы на них настраиваемся, потому что команда с хорошими игроками. Вот. И каждый соперник Лиги чемпион силен, так что мы не расслабляемся и работаем. Если посмотреть, все группы, они очень равные на самом деле. Защищались, и я хочу сказать огромное спасибо девочкам, которые играли в защите. Они просто сегодня показали супер, я считаю, результат, очень хорошо, и помогли очень сильно вратарям. Спасибо также тренерскому штабу за то, что очень разобрали хорошо, подготовились. Вот. И поздравляю всех с победой!